бою. Живущий патрон всевышнего потенья, всемогущего поклоняется мирой Господу, ты верующий моя защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от этих волос от гибели. Сейчас батюшка зайдет. Кланяться не надо, только головой. Видите, занятия, я немножко чуть-чуть сниму. Мне свет мешает. Снежный ком, помните, как вот снеговика, когда катаете? Начинается маленький шарик, да, делаете руками и катите, катите. И он такой сразу больше, больше, больше нарастает. И потом вот такой уже сдвинуть не можете. И так вот получается снеговик. Знаешь, как снеговика, когда снег мокрый должен быть, да? И вот так получается снеговик. Точно так же вот и грехи, вот, если ты в них не покаялся, и вот они больше, больше, больше нарастают к одному греху, второй лепится, третий, они любят друг друга. Грехи они там. Один, второй, третий, и уже вот столько, и уже от них очень тяжело избавиться. Может быть, и этот мужчина, вот началось, началось, и потом такой уже лютый бес вселяется в человека. И он уже не в силах от него избавиться, у него уже нет ни желания, ничего. И живет с этим грехом, и умер. Рак – это болезнь такая. Онкология называется, раковая болезнь. Поэтому вот он умирает. Умер, наверное, мы не знаем, раскаялся он в этих грехах или нет. Так. Вы с тетей Линой не читали вот эту книгу? Земля обетованная. И не было воскресной школы? Дробит нас всегда. А, вас тоже не было. А вы уезжали, да, куда-то? В деревню? С мамой уезжали. А, праздник же деревни был. День деревни был в Потеряевке. Нету, Вера, я уже посмотрела, Пресвятая расставка. Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесе, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого.